сковородки, кастрюли, утятницы и прочая кухонная посуда. Она пригорает, со временем покрывается трудновыводимыми пятнами. И сегодня я покажу вам, как легко очистить дно у пригоревшей сковородки. Насыпайте полстакана соды, доливайте перекись водорода до образования кашицы и наносите на дно сковороды. Не забывайте, что такие работы мы делаем в резиновых перчатках. Затем оставляем смесь на несколько минут и смываем под струей воды. Если же ваша сковородка очень запущенная, оставьте эту смесь на ночь. И утром без особых усилий вы ее смоете и увидите чистоту и белизну вашей сковородки.